Так, у нас сегодня у Беляла день рождения. Нашего сильного, мощного парня. Поэтому давайте-ка по кругу каждый пожелает ему, а потом покушаем. Да? Что, по старшинству или по уму? Давайте по уму. По уму, ну давай. Я желаю тебе, Беляль, чтобы ты выигрался на чемпионатах, чтобы слушался маму и учился на отлично. Я желаю тебе оценок хороших, аппетита хорошего. И все. Здоровья, хороших оценок, чтобы ты в будущем нашел себе хорошую работу, чтобы был сильным. Беляль, я тебе желаю, чтобы ты учился на одни пятерки, и у тебя было много друзей. Я желаю тебе удачи и счастья. Чтобы у тебя много было друзей, чтобы ты никогда не прекращал свое будущее в парукопашке, и чтобы ты выиграл чемпионат мира в парукопашке. Беляль, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого лучшего, чтобы ты оставался таким же сильным, и ты выиграл чемпионат мира. Я желаю тебе, чтобы у тебя было крепкое здоровье, чтобы ты всегда ездил в купель и выиграл все бои. Я желаю, чтобы ты был всегда здоров. Ко всему присоединяюсь, Белял, ко всему сказанному, чтобы у тебя было крепкое здоровье. Желаю тебе красивую жену, много кубков. В общем, чтобы все в твоей жизни было отлично, хорошо. Знаете, тут разные лица есть, такую, кто хочет. Я. Помоги мне вот это. Для каждого есть своя счастье.